Здравствуйте. Вы знаете, какой сегодня день? Здравствуйте. Сегодня 25 ноября. На сегодня память 25 ноября, международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Правда. Как вы считаете, этот вопрос актуален? Ну, для тех, над кем совершается насилие, я думаю, очень актуально. Каждый год в России погибает около 14 тысяч женщин. Это только примерно статистика, так как никакой объективной не существует. И закон также не защищает женщину в России от бытового насилия. А вы когда-нибудь сталкивались с насилием? Слава богу, нет. А может быть, ваши знакомые? Не припомню. А как вы считаете, как с этим бороться? Это сложный вопрос на самом деле. Мне кажется, что на законодательном уровне, наверное, полиция должна защищать женщин. То есть законодательно, да, это должно быть инициировано, и, соответственно, а как-то может быть, например, просвещение? Ну, наверное, через СМИ надо как-то просвещать женщин в этом вопросе, чтобы они могли, знали, куда им обратиться, могли обратиться за помощью и получить поддержку. Но дело в том, что в нашем городе не существует никакой специализированной организации для защиты женщин от бытового насилия. Соответственно, женщина, все, что она может сделать, это зайти в горячей линии или обратиться в полицию, но так как эта часть регулируется законодательно, да, все же это относится к публичному, не к публичному праву, а к частному, соответственно, женщина в этом случае должна сама и писать заявление, и выбирать, значит, как раз вот опрашивать свидетелей, то есть и так далее. Я знаю хороший способ. Наверное, надо написать петицию на сайте. Change.org. Да, за то, чтобы на это все же как-то... Да, потому что мне кажется, что это довольно эффективный метод борьбы. Я вот подписана на Change.org и часто читаю, смотрю информацию, какие бывают петиции, интересуюсь этим вопросом. Думаю, что если бы такая петиция не встретилась, я бы ее написала. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Помимо пятницы, сегодня международный день борьбы с насилием против женщин. Познакомьтесь, пожалуйста, с нашим заболеванием. Не сталкивались ли ваши друзья насилием над женщинами в семье? Ну да. Да? А как вы считаете, это актуальная проблема сейчас? Ну, это бы вообще сложно сказать. Ну, как сказать? Насилие оно было и будет всегда. А как вот, ну, с этим бороться? Ну, с мужиками бороться. А как? Как? Сейчас такие мужчины пришли, сейчас мужчины пошли намного хуже. Молодежь особенно. Жестокости очень много. Раньше такого не было. Больше жестокости. А как бороться? Да меньше вот фильмов надо показывать и меньше в компьютере сидеть. Вот и все. Весь так. Хорошо, спасибо вам большое. Ознакомьтесь, пожалуйста, с брошюркой. Спасибо. Которая посвящена сегодня. Ой, сейчас узнаю, еще туда. Как вы считаете, эту проблему вообще нужно обсуждать? Пока не сталкивались, не знаю, что сказать. Ладно, девушка, мы пойдем, нас друзья ждут. А, ой, спасибо. Всего доброго, спасибо. День матери. Нет, сегодня международный день ликвидации насилия. Очень интересно, пойдем. А как вы считаете, нужно как-то вообще привлекать внимание общественности? Конечно, нельзя девушек бить, там надо защищать наоборот. Вы знаете, что каждый год в России 13 тысяч женщин погибают в результате домашнего насилия? И у нас, например, в городе не существует центра по социальной защите, куда бы женщины могли обратиться и получить необходимую помощь. Но, к сожалению, эта информация почему-то не распространяется, и женщины должны терпеть насилие, не бояться. Боятся заявить об этом полиции, потому что наш закон Российской Федерации довольно кодексно защищает женщин от домашнего насилия. Потому что нет конкретных статей, которые показывают на это. Да, это правда, да. Где-то 70-80% женщин просто замалчивают проблемы, потому что боятся осуждения общественности, боятся того, что они отвернутся друзья, потому что нужно сохранить семью, закрыть и так далее. Мы девушек не бьем, мы считаем тех мужчин, которые бьют женщин, низкоинтеллектуальных. Да. Это
это очень здорово. А вы как-то вот обсуждаете это среди? Конечно, мы обсуждаем. Мы даже наказываем тех, кто к женщине плохо относится, насильно. Ну, физически как-то там толкнет и ударит. Конечно же, мы все защищаем, потому что девушка хоть и слабый полностью, но как-то чуть выше, чем мужской. Надо ее оберегать, это же все-таки будущая мама, будущая хозяйка очага. А почему вы говорите, что женщина слабый пол, но она выше, как это? Потому что они это прогибаются под нос, вот и все. Ну, да. Да, то есть вы признаете, да? Да. Что женщина? А куда мы без женщины? Вот они и в доме, и уход, и вот и за квартиру платят, и все. А нам что, мы как глупые существа, деньги приносим, и все, и отдыхаем. Ну да, я вам... Мы без женщин просто никуда пропадем, никаких порядков. А, ну, как я понимаю, да, пар, да? Нет. Есть такое, да. То есть вы, девушка, считаете, что нет, да? Нет, очень здорово, что у нас такие замечательные ребята в городе, что вы прислушались. Хорошего вам вечера. Спасибо большое за то, что послушали. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое.